Так, ну что, выезжаем из Судака, попили кофе, едем из Судака в Коктебель. Проехали уже 17 километров. А время у нас, что там, почти 8. Виды, огонь.
одно деление пропало уже. Ну, мне хватит с головой. А вот сани может не хватить. Ой, не хватить, говорю. Ему тоже хватит. Он весит меньше, чем вот я. Так что хватит ему. У него 1000 ВХ. А у меня 1125 мощности аккумулятора заряда. Будет где-то 62 километра, а у него должно быть чуть больше. Он до Феодосии едет, до Челноков. У него должно быть где-то 68-70. Вечерком катнуть прохладненько. Пошел. Надо было ему пикнуть. Что? Покажи свой сигнал. А. Нормально, да? Надо найти, где заказывал. О, хорошо, да? Ветерочек. Да. Чего-то скорость не набирает. Чего? Не, ну так сейчас мы идем чуть... Да, да. Сейчас же чуть есть наклон. Есть вверх, да? Да, есть, есть. Не-не, есть вверх, да, сейчас. Сейчас вот пойдет вверх, вверх. Фух, хорошо. Но
будем все равно прокачивать. Конечно, да вот сейчас, да. Мне не хватает, я привык, знаешь, вот так вот ногами подтягиваю, как педали, да, на контакт. А здесь не приходится. Ну да, по-другому, да, да. У меня ноги болеть начали, я раз подтягиваю, раз. Ну. Поэтому, наверное, куплю контакты для таких поездок. Ну, для таких, да, да. Раз, поменял. Ну. В основном я приотвод, чтобы я не отвлекал от этого. Ну да, да, да. Фух. $3500 они мне продали этот. 850. Ну они так и стоят, такие нормальные. 850, ну да, вот это нормально. Маска. Ну да, нормально. Фух. Винограда столько с левой стороны, такие эти. Ну это что-то низкое такое, непонятное. Да, я ж тебе говорю, что сейчас идет подъемчик. Не так заметен, он. Да, он просто не так, он так раз, раз, раз. Вот там сейчас будет заметен. Вот там, да. Здесь еще не так. Лесок он с правой стороны. Не, ну здесь мне еще интересно, конечно, тоже по лесам поесть по всем этим. Ну да. С утра прям выезжать и не в сезон, чтобы было, да, да, прохладненько, спокойненько. Да. Чтоб было время постоять, посмотреть, где заедешь, где не заедешь. Ну да. Приедешь, да. Надо, знаешь что? Че? На базе твоего отеля сделать не в сезон белый лагерь. Белый лагерь? Чисто рекламу запустите, электробайки. Ага. Кто приедет? Ну, видишь. Это надо, да. Заняться, разработать, как вот у них парней. Ну, вот чисто такие. У меня, кстати, были спрос. Еще несколько лет назад у меня товарищ из Москвы, да, говорил, у меня, говорит, группа есть. Ага. Можно показать маршрут, да. Я говорю, а я тогда только, ну, вникал в эту тему. Я говорю, ага. Ну, как бы да, ну, как бы нет. Вот здесь сейчас был мне, я сказал, блин, Леха, поехал. Мне говорит, дурно, кстати, Леха, тебе съездить. Нас из Москвы человек 4-5. Ну нормально, 5-5 человек, вот нормально. Да, если мы к этому времени уже сделаем либо тележку с этим, ну чтобы поставить. Ну да, да. Вот такую. Загрузили день либо туда, да, день же, туда, живут, день туда. Проработали маршруты, они есть по Крыму уже. Да, вот, конечно. Да, загрузили базы, лагерь в Орджоникидзе у тебя. Ну. То есть там посчитали, сколько будет трансфер, да? Да. Встретили трансфер, проживание, питание. Да. И маршруты гидования там загрузили. Ну да. Поехали. Отдельно. То есть продумали маршруты, но каждый день разные. Да, вопрос, конечно. Наброски сами. Прикольная тема. Да я тут тоже как бы. Мне как бы деньги особо не отрабатывать, мне чисто так. Ну да. На хайпе. Ну да. Ну, чтобы удобно было, может быть, у вас в отеле жить, к примеру, да, там? Мы, ну, нет, там, да, там, например, может в Феодосии, может в Судаке, может в Алуште тоже. Либо так, да. Чисто такое, подумай так на досуге. И считай, единомышленники постепенно, и загрузка отеля, единомышленники. Ну и самому развиваться интересно, да? Ну и это да. Не в сезон. Я этому парню напишу. Леха, я вам прошу брать. Они платежеспособны точно. Там нормально, ребят. Ну это надо, чтобы были на, на электрош. Проговорить. Как бы, ну либо они на обычных, а мы им как бы как гиды. А-а-а. На это. И мы их будем постоянно ждать, да? Ты им маршруты показываешь, они там это, да. Ну и тут уже как бы дело не то, что самому покайфовать, а погидовать, посмотреть, как бы так будет. Я тебе скажу так, такие, которые на обычных, они в основном, чтоб их забросили наверх. Выбрасывать будем. Ну я тебе говорю, нет, найти те, кто на электричке. Вот таких только, да, да. Брать вот таких. Только вот таких, да.
Потому что с такими ты можешь спокойно и подняться в горы, и спуститься. А такие в основном, типа, на Айпетре их туда завозят, нет, потом они спускаются. Да. А надо, чтобы сам ты поднимался и сам ты спускался. Спокойно заехал. Да, да. На MTB велено, на обычном. Ну, я тебе нет, скажу, надо, что... Надо. Нет, только надо растить рекламу, как посмотри, как бы, будет как бы спрос или нет, да? Да. Если наберется, даже 5 человек со всей России. Да, 5 человек, это вполне вот так. Я тебе говорю. Больше не надо. Не надо. Не. 5 человек, у них также группа 5 человек. Ну, вот нормально, да. Потому что, когда 10 и больше, это банда такая. Да. За всеми смотреть, кто отстал, кто не отстал, кто там куда. Кто в туалет, кто еще что-то. Я тоже понял, у меня, считай, машина моя, прицеп мой. Если где-то квадрик, да, взяли, что это, ну, подстраховать на квадрике, ну, да, заводить. Не, сначала надо найти, кто, как бы, давай, будет согласен приехать в том же в октябре, да, или там в ноябре, или там, ну, когда. Да. Встретить можно сказать, если на Макоиде, вон цена, если бояться там таких часов. Ну да, да. Ну, Сочи, конечно, я бы не поехал. Так, сейчас будет спуск. Давай. Налево на Коктебель, а направо Солнечная долина. Ну как, на этом не так страшно нас на скорости? Нет. Блин, я на этом. Ой, в Сочи, когда соревнования были, на районе поехал. На... Сейчас.
зону. Ну там вначале же гору, понимаешь, ну что, да, из садка, да? Ну. После третьего туннеля. Да. Разворот. Там да. Подальше, возле, ну, короче, возле подъезда, говорит, садку. Ага. Я когда потом вниз поехал, развернулся, он опять заехал. А он такую скорость, он же, считай, легкий. Ну да, там скорость, ну, наверное, под 100, да? 70. Да. Я дальше не смотрел, потому что я боялся уже вообще. Даже повел, я лучше боялся. Конечно, да, да. Любое неверное движение. Да, да. Да, да. Да. И тебе и минус. Вообще лучше, да, сильно не это. Все-таки это же не машина. 65 там, 60 там можно. Гоняет, а там еще соревнования, они же гоняют. Ну. Дай Боже. Да. Машина опять. Ага. Я думал, я здесь рожу уже. Да? А просто как вот снизу поднимались. Ага. Когда мы доехали до верха, я думал, бля. Все, да? Это все. Потому что я думал, я все здесь, я умру. Ну да. Я кончу, у меня ноги просто отвалились. Я с самого низа пугался. Ну? Это после круга, я думал. Ну, я понял. Да-да, там по таким местам кататься. Какая-то одна передача, да, что-то да. Щелкает. Ну это надо заехать, чтобы они посмотрели. Может, тросик подтянуть. Я помню, что вот это еще была временная передышка, но это же еще не все. Ну и да. Опять потом. Да. Да, сейчас надо встать, я тоже хочу включить. Давай вот здесь встанем. Я свои фары тоже сейчас достану. Ну а что, надо вот там на видовом месте встать? Где? А, там. Да, сейчас ничего не видно уже. Такое себе. Ну, нам минут где-то отсюда, минут 45 где-то. До Коктебеля. 40-45. Сейчас тут чуть-чуть будет подъем, а потом дальше уже спуск до Щебетовки. А у меня, смотри, какие мощные. Два. У меня кто-то моргал, два. Что, моргал или нет? Вот, моргает. О. У тебя два, да? Ну. У тебя такой же, как у меня? Не, да, другие. Мощнее? Ну, типа да. И фирма другая. Ну все, погнали. Ну, все. Фух. Задний такой мощный. Мощный? Да, прям такой яркий. Это у меня самая низкая яркая. Там,
вечерний велозаезд из Судака в Коктебеле. Хорошо, зато. Ага, какие-то птицы. Сейчас я сделаю чуть меньше. О! Фух, сейчас будет скоро спуск до Щебетовки аж. Не. А? Надо будет съесть. Надо, я даже не знаю, что там. Куда-то в лес дорога. Ну да. Может, это самый верх, который на тихо. Может, может. Ну, слушай, это там начало спуска. Я говорю, все, да. Доехали. Да. До встречи с Щебетовки. Да. Красота! Закатик уже где-то там закончился. Ох, ветерочек такой хорошенький.
впереди какой-то пазик. Зигзазик. Ну как мы этого обогнали? Он такой смотрит, думает, ни хера себе, пацаны топят. Новочка. А? Или они тебе специально? Офигево.
Фух. Спуск такой, да, именно? Да. Если бы еще дорога была нормальная, без ям всяких этих. Ну ничего, я думаю, в следующем году или через год доберутся сюда. Да, постепенно, да. Я думаю, бюджет есть, они у вас. Да, да. Thank you.
везде? Вот везде. Thank you.
Чё? Чё там? Нормально все? Да. Я думаю, наверное, поедем вместе на развилку на Арджо и на Феодосию. Уже все равно чуть-чуть темно. Ну да, там по грунту ехать уже. Да, да. Чё? Сейчас, подожди. Я же не хочу, чтобы ты на землю мотался, да? Да. Да нормально, поднимешься. Видел, алкаш.
Есть, да, такое. Ну, забивается, да. Дистанция все-таки такая не маленькая. Почти 45 километров. Выпил, выпил.